Всем здорова, ребят, с вами Козерко, добро пожаловать на новый видосик. И сегодня, как Скран сказал, сегодня, ребят, у нас с вами будет величайшая игра, наверное. Сегодня у нас с вами будет игра под названием Replech Country Archives, то есть в переводе архив округа Replech. Все равно непонятно. В общем, рассказываю, в чем суть, почему я рад ей, почему я говорю то, что она величайшая для меня. Помните игру стереотипный обе, вот. Вот, она была очень классно, мне очень понравилась, вот, было шикарно. И я еще сказал там, что я чувствую, что эта игра точно имеет какой-то сюжет, потому что там были реально похожи что-то интересное. Там были прям какие-то намеки на что-то такое, знаете, что-то интересное, короче. Вот. В итоге подписчики мне в ответ писали то, что нет никакого сюжета, это просто хоррор-обби. Я немножко огорчился и решил им поверить. А зря, я был прав. От этих разработчиков вышла игра под названием, ну опять же, то же самое, Replech Country Archives. Вот. У них в описании написано, что это короткая игра, служит дополнению для игры стереотипный обе. То есть это игра, то есть есть сюжет, дополнение к игре, дополнение к игре стереотипный обе истории. Вот, дополнение к истории этой игры. Я был прав, я красава просто. Вот, так что, ребят, давайте плей, не знаю, я надеюсь, тут можно в соло поиграть. Здесь можно в соло поиграть, это прекрасно на самом деле. Потому что прямо сейчас я пойду без людей играть, потому что, ну, знать почему. С людьми мне всегда не очень страшно. Ну, иногда, ладно, пугаюсь, но все же играть без людей это прям вообще. Прям вау. Иметь наушники, звук на полную мне просят. Давайте я вот так поставлю звук, договорились, разработчики. Давайте так. И. Ой, я зачем себя убавил. И немножко убавлю саму игру. В ответ. Чтобы подписчики не пугались. Ну ладно, ой. Ой-ой-ой. Ну ладно, вот так вот прибавлю и все. Вот сейчас я буду жестко, мне кажется, орать. Буду просто орать, я хочу перевод. Ага, понятно. Все, все плееры разгрузились. Перевод не работает, ну да ладно. Попытаемся сами как-нибудь это сделать, исправить потом. 5 миль Replech Country. Такая веселая музыка. Ну так всегда, да, наверное. Они, наверное, сделали очередную, знаете, игру, где сначала все хорошо, а потом все становится просто печально, все просто жестко. Что аж страшно играть. Да-да-да-да-да. Что-то наподобие этого будет. Йоу. Графон-то ничего такое, ребята. Объектив. Задание. Investige the package. Я не понял. Investige the package. А, здесь что же. Да, графика здесь очень прекрасна, честно. Она хорошая. Так что-то у нас, вот честно говоря, что у нас, конечно, свет жужжит очень-очень-очень жестко. Ля, даже улица есть, нихера себе, как атмосферно там выглядит. Не, реально, смотрите, они даже там столб сделали. Офигеть, это выглядит охеренно. А, вот. Нет, не дочитал, а вот. Я должен убраться в этом доме. Убрать кровать. Привет, сынок. Не открывай дверь никому, если ты сегодня... наверное, ложись спать пораньше, до 12. Или я вернусь, да, мы вернемся в 12 часов. Что-то там твоя сестра, your head up, твоя мама, о, как милый папа, блин, как мило, милое начало на самом деле. Так, подушечки, ну вот, убираем. А, звук из ФНАФа, прекрасно, просто прекрасно. Я надеюсь, вы все слышите хорошо. Я должен выбросить мусор за дверь. Выбросим мусор. Все, берем мусор. Кстати, мусор появился как-то... вот еще один. Мусор появился как-то неожиданно. Сюда? Я думал, то... Хорошо. Надо организовать... А что? Поставить все хорошо, чтобы, да, все вот так удобненько, прекрасненько. Что-то происходит, короче, надо... Security. Это департамент Homeland. Armand Fugitive Shit. Я аж на английском заговорил. Закройте все двери и... Что-то там еще надо сделать.
Пожалуйста, контакт, локал. Не знаю ничего. Перевод. Мы... ну, короче, не беспокойтесь. Ой, и что-то потемнело. И что-то потемнело. Полиция едет. Полиция проехалась. Нам сказали... Офигеть. Реально полиция едет. Что происходит? Куча полиции. Финзе полицейский сканер? Наш Патя полицейский, походу? Погоди, что? Палай сканер, это ж полицейский сканер. Сканер полицейский, а куда его положить? Куда его поставить? А погоди, что у нас за комната? Погоди. А мы не можем сюда зайти, понятно. А куда его? Сюда, наверное, да? Это скорее типа для дисков, нет? Нет? Ну ладно. А, вот сюда. А что это? Листен. Чтоб... А, чтобы общаться, наверное. Мы, наверное, собрались звонить полиции. Только что-то ничего не получается пока что. Мне кажется, кто-то будет. Что? То есть, Звук, это звук из какой-то коробки? Интересно, блин, ребята, интересное же начало. VR-очки! Ля, можно мне было тоже подарить? Мои родители это подарили? Блин, везет тебе, братан. Опять полиция едет. Я должен выключить все свет, весь свет. Опа, начинается, походу, хоррорец. Начинается хоррорец. А, все? Все? Одна кнопка. Shelter place. Что-то мне стрёмно стало, честно. Что-то мне стрёмно стало. Полиция. Полиция. А можем мне какой-нибудь свет? А можно какой-нибудь свет? Мне ничего не вижу. А можно я обратно все включу? Ё-моё. А можно свет включить? Я ничего не вижу. Что за выстрелы? Я не понимаю. Блин, а у меня же родители приехать должны. А как? Сколько... Что происходит? Мне страшно. Alert replace country. Это месседж. Это месседж. Инцидент, короче, какой-то объясняет. Блин, я не знаю, как это переводится. Простите, ребята. Я еще школу не окончу до конца. Спасибо, что... Что-то мне это не очень нравится. Что происходит? Я должен включить обратно свет. Вот, правильно. Свет... Свет не работает, супер. Что происходит? Блин, какой раз я уже это говорю? Забрать свет. О, технический был фонарик, классно. А ты раньше не мог активировать? Мы в темноте с тобой стояли. По-моему, кто-то есть. Кто-то здесь есть. Он прям дрожащим голосом это говорит, кстати. Shelter place. Куда? Он что, сюда идет, что ли? Я не знаю, куда прятаться. Не знаю, куда прятаться. Сюда. Сюда, все. Я не знаю, что делать. Зере Эгандов. Я должен достать пистолет. Что? Это шкаф? О, нет, сейчас кто-то будет, да? Зачем? Зачем? Не надо. За хрена ты пошел? А. Кто-то здесь есть. Свет выключить. Хайд. А куда? Так я уже... Это все, что я могу. Ладно, я здесь, я просто свет выключу, все. Я просто выключу свет. Он дышит так в этом маске.
Господи. Мне жалко уже, начинается немножко жалко герою даже. Не знаю почему. К нам же должны родители приехать. Надо посмотреть, сколько времени. А я могу это открыть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Все. Состояние пропало. Но мы все равно дрожим. Ой-ой-ой, что так скрипишь-то? А, пистолет здесь? О, да. Ой, пистолет с фонариком. Ну ты, батя, красава, братан. Пистолет с фонариком, это очень хорошо. Я достал пистолет. Все. Как дверь открывается, херово. Видимо, наш батя учился на стрелять, да, я так понимаю? Ну, раз я умею, значит, я умею. Блин, как классно грозил. Никого нет, чё? Здесь чисто. Я должен подняться по лестнице сейчас. О, боже мой. Ты уверен? Зачем к нам вообще кто-то поднялся? Зачем? Не, я понимаю, грабители есть, конечно, но с какой целью? Надеюсь, они нас ограбили и все, и ушли. Ой, почему мы так тихо открываем дверь? Хотя ладно, это хорошо. Но мы так всегда открываем дверь, всегда так. Ё-моё! Ё-моё! The Prelate. И чё, это всё? Надо было стрелять сразу, блин, если б я бы открыл бы дверь, я бы в него уже пыльнул давно. Хотя там его не видно на самом деле. Фонарик дерьмо, отец. И чё, это все? Это реально все. То есть здесь, это все. Я не знаю, что насчет сюжета здесь. Как? Как? Погоди, 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 погоди. Если я не ошибаюсь, в стереотипном обе они показывали, короче, какое-то здание. Мы там ходили по какому-то зданию, и там была лестница, вроде бы. Там что-то подобное было. У меня есть такая догадка, что, скорее всего, это пришел наш батя. Вот, он также искал, услышал звук просто и искал, короче, кого-то. И, возможно, нас кто-то пристрелил. Эта теория не проверена. Ну, то есть нас искал батя, он испугался и пристрелил нас, потому что у нас был пистолет в руке. Тем более там ничего не было видно. А я думал, сейчас свет идем включать, потому что у нас свет не работал. Ну ладно. Я хочу сейчас, короче, проверить ту игру и проверить все как есть там. Мне просто интересно. Есть ли кстати, вторая концовка? Добавили ли ее в стереотипном обе? Но, по всей видимости, нет, только The End. То, что я сейчас сказал про историю, это еще не точно. Потому что у меня нет подтверждений точных, прям подтверждений нету. Хотя, погодите, вот если там есть часы, и, наверное, если там 12 часов, то по идее... То, по идее, я буду прав. Наверное. Потому что там было написано, то есть, ну, отец с матерью написали то, что они должны вернуться в 12 часов. Если там, не знаю, может, у них там часы есть, если там 12 часов, то это реально нас, походу, убили наши же родители. Но они не знали то, что они убили именно нас. Они не знали то, что они именно сына убили. Ладно. Мы сейчас попробуем пройти просто стереотипный обе в поисках чего-либо. Перевод. Перевод до сих пор на English. То есть они, походу, не торопятся, в принципе, его исправлять, да? Ну ладно. Просто попробуем, короче, пройти, ребята, его. Мне очень стало немножко интересненько так поразгадывать сюжет. Там это к истории относится, стереотипного обе. Там было так написано в описании. Значит, что-то должно быть.
Сейчас как раз мы с вами просто пройдем, попробуем пройти. Я поменял, короче, скин из-за того, что... Я вспомнил то, что там, когда касцена играет, из-за того, что у меня скин, там, по-моему, какая-то сумка и так далее, у меня, короче, что-то там есть, вот, из одежд. И я из-за того не увидел, что происходило вообще. Поэтому я сейчас поменял скин, чтобы, короче, было видно касцену последнюю на концовке. В общем, погнали. Кстати, по-моему, такого, по-моему, не было раньше этапа, или он был, я не помню. В общем, продолжаем. У нас уже, кстати, уже все потемнело. Да, вот так я немножко так заспидранил игру. Ну, естественно, я вырезаю моменты, где я просто прохожу игру молча. Потому что вам это будет явно неинтересно смотреть. Сейчас начнется ад. Вот. Вот здесь уже надо присматриваться к игре. Наверное. Погодите, вот. The hair turning up. Я хочу пробовать перевести. Перевод. Это надо переводить. The hair head is turning up. Жара усиливается. Жара усиливается, окей. Ну, хз, что с этим думать, жара усиливается. Пока не очень понимаю. Кстати, еще мне гигачат говорил, ну, который, мистер Банан. То, что здесь глаз, и на нас, типа, смотрит кто-то. То есть за нами кто-то, по сути, еще наблюдает. Окей. Пока не очень все понятно, вот, но мы пока продолжим играть в эту игрульку. Меня очень радует, что здесь реально по холоду должен быть какой-то сюжет, какая-то история всего этого. Поэтому сейчас я делаю видео именно по той игре, которую только что мы с вами играли. Именно только из-за сюжета. Хотя, вообще-то, я с самого начала еще в нее приглянулся, я даже не знал, что это от тех разработчиков игра. Я еще с самого начала в нее приглянулся, подумал, вау, что-то будет интересное, чувствую. И знаете, моя чуйка иногда рабочая, оказывается. Вот. Опять же, не забываем наблюдать, пока здесь вроде бы ничего интересного. Просто... Опа, погоди. Стой. Вот. Я не заметил. Не знаю, на стоп-кадр поставить, я не заметил. Но он второй раз еще нападает, я это знаю. Я знаю эту монстрю, он второй раз может напасть. Он второй раз. Я не знаю, что он делает, но мы должны... Приглянуться к нему будет, мне кажется. Я буду стоять на месте и попробую сделать так, чтобы он меня убил. Потому что так надо. Да, так надо. Стереотипный обе. Это очень интересный обе, честно говоря. Ай. Начинается какая-то странная херня. Кстати, наверное, можно так просто идти. Да, тут можно было просто так идти. Так. Помню, здесь, когда я делал видео, вот на этом моменте где-то на меня напал, по-моему, эта херня. Я еще сильно орал, как всегда. Сейчас начнется экстрим. Погоди. А разве не должны были эффекты появиться? Ладно. Три точки. Опа. Ах ты ж крыса, смотрите. Он исчезает, когда я на него смотрю. Ну-ка. Глаз. Какой был, такой и остался. Смотрите. Мы начинаем ходить по дому. Так, сейчас подъем по... На второй этаж. Здесь какой-то уже разрушенный дом. Дальше идем. Здесь я дом полностью заблокирован. Ну сюда можно зайти, кстати. Ай, у меня одно хп осталось. По-моему, я сейчас умру. Нет, еще не умер. Ага. И мы упали. Нам подсказывают стрелки. Нам махает мой персонаж. Кстати, мой персонаж старый. Ну то есть, мой новый персонаж. А мы сейчас одет, кстати, старый персонаж. Игра не смогла перезагрузить, кстати, заметьте.
Поэтому то, что можно даже засчитать это за такую странность, знаете, смотрите, кстати, то, что это похоже на рельсы, и там обрыв какой-то. Вот это вот на рельсы, и это как будто прям реально обрыв. Обрыв. Блин, пока вообще не знаю, пока вообще не очень понимаю все равно. Я пытаюсь сделать вид, что понимаю, но честно, ничего не понимаю. Ну, не только вид, естественно, я еще пытаюсь реально понять. Но у меня не получается. Вообще не получается. Ну, смотрите. Везде, знаю, кто-то наблюдает. Из глаза кто-то наблюдает. Иногда появляется какая-то монстряка, которая тоже наблюдает. Кстати, она похожа немножко на Грича из Дорса. Мы зашли, кстати, в дом. И еще иногда, когда мы доходим до каких-то спавнов, он исчезает, когда мы на него смотрим. То есть иногда в игре, на моем прошлом видео, когда мы просто шли от него, убегали, пытались спрятаться, он за нами бегал постоянно. А когда мы встретились с ним, к лицу, он пропадает. Это напоминает на концовку как раз из той игры, которую мы сейчас снимали с вами. Прям напоминает точно. Так, окей, мы выбрались. А, мы еще не выбрались. Все перевернуто. Что-то есть. Это мусорный бакет, по-моему, кстати. Здесь спуск вниз. А если мы дальше пройдем? А мы можем дальше вот так просто? А, понятно, не можем. Ну ладно. Идем дальше. По этой. Дальше у нас колонизация. Мы поняли, короче. Что-то у меня шея резко заболела. Погоди, дайте сюда залезть. А в этой стороне, кстати, все заблокировано. Окей. Идем дальше. Вот, видите, наблюдает с нами. Даже наш персонаж даже наблюдает. Он нам, типа, махает для чего-то. Для чего он махает? Типа, остановись. Кстати. А может, это и правда? Я про то, что если бы мы остановились бы в той игре, может, ничего бы и не было. Нас бы никто не убил. Здесь вот. Я не могу на него посмотреть. Он как-то странно перемещается. Здесь начинаются машины. Это люди. Они похожи. Ну, или нет. Но они похожи на людей, по крайней мере. Я не знаю, честно, но они похожи. Полицей! Это полиция! Нас убила полиция! Нас убила, походу, полиция! Я понял! Или нет? Смотрите, как я это понял. Вот эти вот херни, это щиты, типа как. Их носят сваты, вот, перегражденная дорога. Это нормальные люди, а это... Полицейские, в принципе, тоже нормальные люди, наверное. И нас, возможно, из дробаша, или не знаю, с чего-то, нас убила полиция. И, походу, как и нашу семью, наверное. Здесь мертвые полицейские некоторые. И я немного начинаю понимать, походу. То есть, смотрите, я не знаю, точно ли здесь одни полицейские машины. Ну, кстати, насчет мигалок я не вижу ни одной мигалки. Погоди. Ладно, я не знаю, сохранился ли я. Здесь куча людей. Здесь еще одна машина. Вот, куча людей. Начинается вот тут вот так вот, такой вот паркур. Погоди. Там один человек вообще стоит на чем-то. Тюрьма. Здесь, да, здесь полицейские смотрят зачем-то на заключенных. Угорают над ними. Окей. У нас еще 3 этапа будет. Погоди. Я могу как-то залезть? Ой, опять нападает эта хреня, кстати. Хреня.
Я могу залезть туда. Но это мне ничего не дает, в принципе. Хотя стой, погоди. Погоди, а еще здесь подъем делают. А, это мы отсюда прыгали. Если что, можно зачем-то подняться наверх обратно. Окей. Извините, конечно, что я иногда на некоторых моментах, на некоторых этапах заедаю. Мне реально надо мне реально интересен этот сюжет. Здесь я просто ничего. Нам на нас до сих пор смотрит. Так. Стоят машины. Мы выбрались из туннеля. Вот! А здесь просто стоят машины. То есть ничего вроде бы нету. Но на самом деле. Здесь я. Прям мост разрушился. То есть все люди. Всех людей убили? Полицейские или что? То есть что-то там произошло. Там надо понимать в самой херне. Там надо телевизор переводить, чат переводить. Ой, да, чат. Подписчики, если не знаю, вот смотрите этот момент, то пробуйте перевести все, что написало полицейский, все, что на телевизоре было написано. Ну, если кто-то хочет попробовать мне помочь с разгадкой, помогайте. То есть вот, просто груда, походу, металлолома. Там надписи какие-то. Turn back, то есть назад. А, это просто very easy, very hard. Я не знаю, чат, если вы там видите какую-нибудь лишнюю надпись, вы можете поставить на паузу, а я нет. И вот если вы видите там что-то, то говорите, если что. Connecting close. Так, я включаю переводчик на всякий случай. Вот эта, кстати, херня похожа больше, как из телевизора, как будто мы телевизор смотрим. Тот самый. Пожалуйста, остановись. Но у нас пошло три вопроса. И там в описании еще три вопроса. У нас пошло еще 10 этапов, по которым мы можем пройти. Хелпер. Нам помощник что-то пишет, погоди. Так, я здесь, ребята, это офигеть. Я не знаю как, но я, короче, нашел некоторые текста. Я не знаю, правда ли это или нет. Но я нашел, как это вроде бы переводится. Вот это, например, переводится как «Мы никогда не уходили, создатель». Я не знаю, правда ли это, но сейчас мы посмотрим. Я вроде бы перевел, но это, в принципе, не я сделал. Это какой-то, это зарубежный иностранец какой-то. Это не ютубер, это на Reddit, короче, кто-то был. Следующее. Почему вы выбрали именно нас? Пока не понимаю, честно. Мы были нормальными людьми. Я понял, по ходу сюжет. Я был прав. Они, короче, по ходу... Давайте лучше это досчитаем. Потом расскажу вам. Мы не обретем покоя, пока не освободимся. А дальше конец будет. Но мы сейчас еще переведем, по-моему, я не помню точно, там, по-моему, текст должен быть какой-то. Там должен быть текст появиться. Мы это тоже попробуем сейчас перевести. Нет. Хотя нет, что-то есть. Пипец. What have you done? Так, сейчас будет концовка же, я забыл. Сейчас еще будет концовка, короче. Вот, мы просыпаемся. Ё-моё. Нас убил, короче, походу, этот, ну, который был помощником. Плохая концовка. В принципе, хорошего тут и не существует. Я походу понял. Я сейчас еще кое-что хочу прочитать. В общем, короче. Я походу не увидел там больше информации, но... В принципе, мы перевели. И походу, то, что я сказал про полицейских, возможно, было правдой. Короче, у них там, я не знаю, вирус там или нет, я там, именно чтобы в телевизоре, я не смог перевести. Вот, ну, скорее всего, там чего-то они опасались.
какого-то вируса или чего-то опасного. Вот. Давайте вот рассказываю вам саму игру. И которая, ну, где просто прохождение. Не обе, а ту игру. Вот. Мы, получается, взяли пистолет. И когда мы вышли, нас убил полицейский. То есть полицейские, они убивали всех людей, по всей видимости. И вот если сейчас пойти вот в обе, опять же, вот мы все, что там были за знайки, эти все херни, короче, вот, и все, что там перевели, там написано то, что это, то, что почему выбрали именно нас, мы же были нормальными людьми. То есть они убили обычных людей, полицейские убили обычных людей. И та, и были намеки на самой игре, когда мы просто проходили. Я не знаю, как это связано с тем, что надо было остановиться, что там остановитесь и что-то подобное. Ну, возможно, это говорили как бы историю к мальчику, то, что типа он должен был остановиться, или девочке, не знаю, кто это. Там просто был ребенок какой-то. Вот, то, что не надо ходить, лучше, типа, лучше остаться. Вот, и по всей... И там были вот, опять же, этапы в лобби, где были полицейские и другие люди. И, по всей видимости, полицейские, ну, они, в общем, расправлялись с этими людьми, но по какой причине, непонятно. Возможно, чего-то опасались. Тут архивы с какой-то есть. Давайте в архивы тэпнемся. А, это та, вот, это та игра. Говорю же, это дополнение. Еще в описании этой игры написано, что это дополнение к истории. Ну, в общем, я не знаю точно эта история. Если из подписчиков у кого-то есть свои теории, то говорите, обязательно говорите. Вот. У меня, в принципе, на этом все. С вами был Кайси Дарокот, ребята. Всем покедова. Удачи. Люблю вас. Пока.